Ой, посмотри, какой дом. Здесь какая надпись старый. Видишь? Угу. 1928 год. Всем привет! Это мы с вами в городе Форбург. Такая старая улочка, дома, постройки начала 20 века. Вот был дом 1928 года. Какие садики красивые, да? Вот что-то сдается. Хочу немножечко здесь, вот как раз мне нужно прогуляться и показать вам. Сама здесь первый раз на этой улице. Смотрите, люди посадили или кабаки, или кабачки, не знаю что. Тыкву. Интересно, смотрите, здесь такой бак поставили, там земляника или клубника, мята такой. Видите, а это вообще вот типа общественный, да, городской газон. Ну вот, вот какие вороны большие. Вообще очень люблю Форбург, это рядом с нами. Ну, вот такой. Когда-то это был город богатых. Здесь жили богатые. Дальше Лейцендам. Там жили люди победнее, скажем так. Здесь детская площадка. Вот я на улице Лан. Лан – это аллея Фан Хахфлит. А вот там вот высокое здание. Это уже Гага Данхах. Ворона. Это здание... Замолчала, потому что, ну, люди проходят. Не шокировать. Это здание такой... Самая крупная компания телефонная. Вот. Посмотрите, какие липы. Это все липы. Как вот они обрезаны. Такие большие, старые липы. Ой, а там кот сидит в траве. Отдыхает. Вот такая красивая улица. Вот этот садик. Почитаем, что здесь. Ворм хотел для червяков. Отель для червяков. Ну вот, компост. То есть они тут собирают компост, а здесь вот и чабрец, и мята, и клубничка. Вот видите, никто не срывает. Вот, розмарин. Мюнт, мята здесь называется. Вот, и земляника, это земляника. Вот какая. А здесь, посмотрите, отель для насекомых. Вот, чтобы полезные всякие насекомые могли, видите, с крышей, могли здесь устраивать себе домики. И здесь вот написано «Bird Nature». Для природы все здесь, вот для насекомых, для пчел. Вот все это здесь делается. Вот посмотрите, видите, показывала вам кабак. Вот это вот такие... Называется это бабочковый куст, если его вот переводить. Не знаю, может быть, по-русски он называется как-то по-другому. Он бывает белого цвета, бывает более светлого. И вот такой сиреневый. Вот такая интересная улица. Это вот дорогие дома, большие, и садом большим. Ну вот, а это, конечно, вот очень старый дом. А посмотрите на дымарь. Да, вот, вот определенный стиль. Посмотрите, там как прозрачная труба. Вот. Ну, вообще здорово. Здорово. И вот здесь. Вот видите, как какой заборчик поставили тоже. Никаких каменных джунглей здесь нет. И вот такая улица. Вот шикарные дома. И... Пройдемся туда, такие красивые кусты хибискуса. Кто-то меня как-то там исправлял, но не знаю. Здесь это называется хибискус. Его есть очень много различных сортов или сортов. А здесь, посмотрите, какие липы. Какие громадные. Громадные липы. Красота. Там вот детская площадка. Вот, пожалуйста, для собачек, да, вы можете... Фекалии туда
забрасывать. Вот это вот такой вот хибискус, здесь его называют тоже. Красота. Дождик у нас прошел. Так хорошо. На улице 20 градусов. Это очень-очень такая приятная температура. Вот такая красота. Такой немножко вам Голландии. Вот такой. Птицы поют. Липы, конечно, мощнейшие. Там вот какая-то церковь дальше интересная. Но не знаю, как к ней добраться. И вот здесь такая площадка для детей. Послушать, конечно, пение дроздов. Обожаю. Вы представляете, вот подзарядиться, постоять под этими липами. Тоже видите? Какая она большая. Красота. Ну, шумновато здесь, конечно. Но тут вот рядом там совсем трасса проходит. В смысле, дорога, которая выходит на трассу. Ну, тут еще какие-то там на улице ремонтные работы ведутся, поэтому вот что-то. Ну, вот эти дома, конечно, там шикарный райончик. Ну вот, а здесь разрешено с той стороны грузовому транспорту проезд, вот поэтому так это и получается, этот шум. Но мы сейчас еще немножечко проедемся, если у меня хватит памяти, я запишу. Немножко дороги, надеюсь, вам интересно. Ну, собственно, кому интересно, тот смотрит, правильно? На всех не угодишь. Кому-то интересны только покупки, кому-то приготовление еды. А я люблю разнообразие. Интересно и посмотреть, и когда надо чему-то научиться, приготовить. And they will grote hond. En maar jullie hebben geen last van vacht, ja? Nee. Oei. Oei. Интересно, правда? Mm-hmm. Продано. Ой, сколько цветов. Mm-hmm. Какой садик. Что-то здесь много продали домов. Смотри. Ой, дорога что-то здесь такая красившая. Это вот мы выехали в старый центр. Так, а теперь куда нам туда надо? Вот мы едем сейчас параллельно центральной улице. Вот там вот она проходит. Улица магазинов. Классно, правда, здесь? Тоже люблю Форбург. Красивая церковь. Еще и эти пасутся овцы.
А вот посмотри, что это, вход в парк или кладбище, это кладбище. Видел? Mm-hmm. Это нам сюда надо. Раньше мы здесь очень часто бывали, приезжали сюда в парк. И тут есть детская ферма. Ну вот забыла, как вот по-русски называют там типа какой-то зоопарк, где можно. Но это как ферма, там как вот как в деревне вроде бы. Сейчас покажу, здесь улица, вот парк слева, а справа вот эта центральная улица. Такая красота. Что вот эта машина такая необычная, видел? Uh-huh. Что это было? Вот, да, ну смотри, какие маленькие клумбочки, как красиво засадили, да? Это вот дом престарелых тоже. Флитхоф называется. Рядом в центре, он стоит на берегу канала Рейнского, с той стороны, слева от нас, Рейнский канал. Нравится тебе, Саша? Вот Хофлит, смотри. Ну, вот какие медицинские центр старый Форбург перед нами. Вот, а там вот Рейнский канал прямо. Вот тоже очень старенькие домики. Вот. Фарлоскундиха-Проктаев, да? Здесь еще и Фарлоскундиха, это акушерский пункт здесь. Радхаус когда-то был, вот, пожалуйста, терраса на берегу, прямо на берегу. Так. Косили газоны. Вот мы с другой стороны Рейнского канала. Вот тут прямо перед нами красный, это дом престарелых. А дальше там уже какие-то квартиры, дома и заведения. Вот, обратите внимание, когда-то мы ходили с вами по той стороне. Красиво, правда? А теперь мы проедемся здесь. Вот какая там терраса. И мы с вами на мостик. Возвращаемся в центр. Вот там аптека, видите, старая, очень старая. А там дальше уже за тем домиком центр. Это вот дома, которые мы видели, стоят на берегу. С той стороны мы видели. Тут брусчатка, конечно, уже хочет быть отремонтирована. Смотри, какой дворик. Классный. Как там, видел? Да. Вот дом престарелых этот. Из красного кирпича. А с этой стороны детская ферма. Это там вот и павлины. Вот Саша пошел пройтись там. Вот дубы, я вижу, подстригли. В воскресенье там можно заходить прямо вовнутрь. Там много и оленей, и козочки, и всякие там индюки, и куры. А здесь, посмотрите, какая красота. Это домик чайный. Вот такая красота. Сейчас приближу. Ресторанчик. Ресторан. Вот такая красота. Тоже это большой парк еще с той стороны. Вот посмотрите, какие громадные кусты рододендрона. Вот когда они цветут, как красиво. Там дальше, посмотрите, какой ворон. Настоящий такой большой. И вон дерево. Я помню, когда оно еще... Посмотрите, какая тоже гортензия. Здесь вот у такого дома. Это когда-то был типа детский сад.
Очень много здесь попугаев. Вот, вот такой громадный вяз здесь. Смотрите, какие мужчины тут гуляют с какими собачками. Вот. Дерево, конечно, шикарнейшее. Вот интересно, сколько ему лет. Но то, что больше 100, это понятно. Вот такое здание. К сожалению, у меня заканчивается память на карте. Вот 1893 года дом. Вот такие домики здесь. Посмотрите, какие они необычные, старые домики. Какое-то громадное дерево. Маленький тут проход, нужно мне уходить. И вот такой, смотрите, у них тут канал. Такая заводь. Какая красота. Ой, а там даже и самолет, он летит, подлетает он. Идет в Амстердам на посадку. Ой. Вот, посмотрите, какая красота. Но на этом я буду с вами прощаться, потому что вот каждую секунду может оборваться видео. Потому что нет места больше. Попугаи кричат. Вот еще раз, это дерево громадное, столетнее, красивое. И вот такая спокойная вода. Вот такое дает чувство, знаете, вот умиротворенности, спокойствия, уверенности, благополучия. Вот всего этого я желаю вам сполна, сполна. Пока-пока. Вот здесь такой вход тоже в этот парк с этой детской фермой. И вот то, что я говорила, что по воскресеньям можно пройти туда вовнутрь этой фермы. Там козы гуляют, олени дальше, овцы и люди с собаками. Этот парк находится на берегу Рейнского канала. Мы с вами здесь когда-то гуляли. Здесь вот такая беседка по праздникам. Ну, раньше и летом, по выходным, в субботу здесь играл оркестр. При входе можно попить воды вот здесь. Ой, так хорошо дышится. Вот такая красота. Ну все, мы уезжаем. Едем за покупками, за продуктами. Покатались. Надеюсь, вам понравилось. Если вам интересно еще раз посетить Форбург и пройтись по центральной улице торговой, вы мне пишите в комментариях. И мы обязательно сюда приедем. Я очень люблю Форбург. И если у меня есть время, то всегда приезжаю. Посмотрите, какие здесь дома. Смотри, Саша. Вот и с той стороны. Даже не знаю, какую вам лучше показывать. Это деревня богатых. Всегда была, как говорил мне мой муж. Вот посмотрите, дома старые. Но все это реновируется. Все это очень красиво выглядит. У меня вот есть с центральной там улицы. Ну и, конечно же, как это частенько бывает, место на карте памяти закончилось. И поэтому вот я завершу свое видео такими видами
того же Форбурга, то, что вы видели, может быть, пропустили. Но фотографии, которые я успела сделать, я помещу сюда. Вот один из магазинчиков. И я думаю, что вам это понравится. Это центральная улица. Опять эта же улица. Я, конечно же, жду ваших комментариев. И если вы хотите еще раз прогуляться со мной по улицам Форбурга, пишите в комментариях. Я с удовольствием это сделаю вместе с вами. А теперь всем пока-пока!